В Ростове-на-Дону оперуполномоченный управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии задержали 5 участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. По собранным оперативниками сведениям установлено, что 25-летний ростовчанин организовал фирму по предоставлению услуг по найму жилья. С 4 сообщницами злоумышленник арендовал офисное помещение и разместил объявление о предоставлении услуг своей организации на одном из интернет-сайтов. Потерпевшие, которые обращались за помощью в поиске квартиры, отдавали деньги, одна часть из которых, по заверениям злоумышленника, предназначалась владельцу жилья, а вторая – агентству. После чего потерпевшие заключали договор с фирмой. Когда жертвы приходили в понравившуюся квартиру, предполагаемый хозяин переставал выходить на связь, а лжериэлтор сообщал, что потерпевший заключал договор об оказании информационных услуг и все указанные пункты он выполнил. После чего также прекращал отвечать на звонки. Сумма причиненного ущерба составила более 1 000 000 рублей. По предварительным данным, от противоправных действий фигурантов уголовного дела пострадало более 50 человек. Во время обысков полицейские изъяли 4 ноутбука, 18 сотовых телефонов, а также заявления граждан на возврат денег в связи с непредоставлением услуги. В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным подозреваемым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если вы пострадали от действий данных лиц, сообщите об этом в Следственное управление УМВД России по городу Ростову-на-Дону по телефону, указанному на экране.